Весь юмор заключается в том, что для ремонта одного замка будем использовать пружинку из ручки другого российского производителя. Нам нужно хотя бы временно просто попробовать, чтобы пробуем быстро. Все работает, но пружинки нет. Отлично срабатывает. Но это не оригинальная пружинка. Это что-то самодельное сюда поставили. И этот замок клиенты разбирал, и, видимо, они потеряли пружинку. Потому что этот замок даже не использовался. В нем явно разломали корпус, когда вкручивали винт вот тут, поэтому разобрали его и привели в нерабочее состояние. Тоже смотрю, это не чуть-чуть вот не в том дело. И теперь что с этим
И на что его менять, вот это говно? На что его можно поменять, я вообще не знаю. Что хотя бы заменить. 2021 год. Апрель месяц. Электрозамок Polis 20. Не закрывается. Посмотрим, что у него внутри. Первичный осмотр показывает, что в замке использовали нестандартный винт для прикручивания цилиндра и согнули корпус. В этом механизме. Не уверен, что эта пружина оригинальная. Точнее, я бы даже сказал, что уверен, что она не оригинальная. Пробуем вручную маленькое усилие давать. Вот эта часть погнулась и вот тут, видимо, сточилась. Сейчас мы вот эту железячку подогнем немножко.
Так. 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 Mm-hmm.